Ну, если говорить о помощи, то ясно, что финансовая помощь будет неограниченная, а в наше время это играет большую роль. Относительно того, кто будет кандидатом, ну, если они за 2 года до выборов заявили, что это будет господин Дугла, я не знаю, там наверху очень часто погода меняется, ветры разные дуют, и нет гарантии того, что через 1,5-2 года не предложат что-то другое другому. Я думаю, что за 2 года много что изменится в Молдове, и ситуация изменится. Поэтому давайте подождем, посмотрим.